Торжественное открытие стелы «Город трудовой доблести» состоялось сегодня в Уфе. События приурочили ко Дню народного единства. Памятный обелиск расположился на благоустроенной площадке в районе набережной реки Белой, справа от южных ворот башкирской столицы. Стела увековечила подвиг тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. Жители республики работали на нужды фронта, шили обмундирование, добывали нефть, выпускали топливо для танков и самолетов, двигатели для боевой авиации. Новый объект выражает историческую память народов Башкортостана. Почетное звание города трудовой доблести Уфа получила в 2020 году. В поддержку присвоения этого статуса свои подписи поставили 1 200 000 жителей республики. Завтра вся наша страна празднует День народного единства. Именно благодаря братству и сплоченности народы нашего Отечества прошли трудные испытания и победили в самой страшной истории человечества – войне. Бесценен трудовой подвиг детей войны, живых свидетелей тех времен, которые наравне со взрослыми стояли у станков. Приводя сюда внуков, они будут рассказывать им о своем героическом детстве и юности. Высота стелы 20 метров. Она изготовлена из башкирского гранита и закаленного матового стекла. Бронзовые барельефы воссоздают исторические образы по фотографиям из музея 112-й башкирской кавалерийской дивизии и Национального музея Башкортостана. Стоимость объекта составила 95 миллионов рублей.